еще раз по сотрудничеству с блогерами. Значит, мы начали этот эксперимент, и он пока работает тьфу-тьфу нормально. Значит, первый блогер записал, он в Америке живет, иммигрант, записал видео и указал e-mail, куда можно отправлять свою информацию для тех, кто хочет уехать в Америку. Это его зрители, они ему доверяют, они его ценят. Я с ним, с этим блогером лично знаком, уважаю этого человека, молодец, способный, тяжело им, потому что приехали без особых денег, но стараются, не раскисают и двигаются вперед. Вот такие иммигранты и должны быть. Значит, после того, как пришли эти лиды, заявки, не знаю, что такое лиды, мы их обрабатываем. То есть вчера сидит менеджер, который Наталья, которая взяла эти все лиды. Там они, конечно, не очень немножко качественные, там где-то e-mail, где-то WhatsApp нет, это сложнее, да, то есть надо будет занести, там, позвонить, например, ему на телефон, там занести его всю эту базу данных, потому что мы сейчас все это через Bittrex сделаем. Ну, это наши проблемы. Мы это делаем. Она там сидела вчера до поздней ночи, я вижу, что уставшая, но она это все разбирает. Во-первых, нам проще, да, мы всю отчетность видим, но и самое главное, мы должны через блогеру отчитаться, мы должны ему показать, что вот от тебя пришло 60 контактов, из них там, ну, я уверен, что будет примерно та же статистика, там 90% мечтателей, там сумасшедших халявщиков и так далее, они у всех блогеров есть. Вспомните, я приводил пример Татьяны Генерал, которая, Таня Генерал, которая, она хочет, чтобы ее Таня называли, которая казалось, что у нее точно такие же зрители, как и большинство блогеров, которые просто выносят мозг. Она так более даже жесткое слово применила, не хочу в эфире озвучивать, но просто выносят мозг, но в Америку не собираются. Вот таких 90%. А вот осталось 10%, а вот с ними надо работать. А вот по ним нужно дать точный отчет, что он хочет, когда он хочет приехать. Может быть, он хочет не Америку, а вдруг он захочет другую страну. Мы тоже это можем сделать, потому что бывает, что просто в Америку он не может приехать. У него нет, ему не подходит ни одна из программ иммиграции. Сейчас с приходом Трампа к власти очень все поурезали, очень все сложнее стало. И вот потом из этих людей мы даем подробнейший отчет, кто что заказал. Блогер получает либо процент на выбор блогера. Блогер сам должен выбрать, либо он получает процент, либо мы просто оптом покупаем эти лиды, плохие, хорошие, и мы сами скажем, сколько, вот сейчас мы когда проанализируем, мы вот этому блогеру, который записал видео, мы сами скажем, какой будет процент, и какая сумма будет за стоимость лида, что-то отвлекся. А по поводу процента, ну, мы обещали вообще 15 сейчас блогерам, ну, первоначально я хотел 10 платить, сейчас вот 15. Ну окей, 15, значит 15, нет проблем. То есть вопрос, как бы, чтобы были клиенты, это самое главное. Так что, уважаемые блогеры, подключайтесь по каждому из ваших зрителей, которые хочет приехать в Соединенные Штаты, либо в другую страну. Мы с другими блогерами работаем по другим странам. Мы вам заплатим либо за лиды, оптом купим, либо 15%. Можно мне написать, если хотите с нами сотрудничать, +1 646 477 0520. У нас сейчас несколько блогеров тоже. Вот мы ведем переговоры. Предварительно сказали да, но, значит, будем дальше с ними сотрудничать. Пока.